Студенты КФУ совместно с Министерством лесного хозяйства приняли участие в масштабной акции по охране лесных массивов. О том, как прошла посадка леса, расскажет наш корреспондент Роберт Хасанов. Обычно студенты проводят утро выходного дня дома, в теплой и уютной кровати. Но только не люди вокруг меня. В это солнечное, но довольно прохладное утро студенты-экологи Казанского федерального университета принимают участие в масштабной посадке деревьев. В этот раз студенты Института экологии и природопользования посетили Высокогорский район. Учащиеся занялись облагораживанием хвойного леса. Для того, чтобы деревья, которые посадили экологи, выросли, должно пройти более 15 лет. Мы в течение, по крайней мере, последних 10 лет принимали участие в посадке деревьев в Высокогорском районе, в Лаишевском, в Пестрячинском. Вот. И поэтому для нас это дело уже обыденное. Но мало того, чтобы посадить лес, нужно его еще вырастить и сохранить. Такая посадка леса является частью процесса лесовосстановления. Это выращивание лесов на территориях, которые подверглись различным разрушительным факторам. Лесовосстановление применяется для создания новых лесных насаждений или улучшения состава древесных пород в уже существующих. У большинства населения очень хромает, я бы так сказал, экологическая этика. То есть, если вы идете в лес, то можно найти мусор и прочее, прочее. Вот, поэтому студенты наши еще принимают участие и в уборке территории леса. Это уже по линии Министерства экологии. Всего в посадке леса приняли участие более 200 человек. Это один из самых высоких показателей за последние несколько лет в рамках кампании Министерства лесохозяйства. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.